Грошей бракує бюджетників на Росії, вкотре примушують віддати одноденний заробіток на користь так званої СВО. Воно й не дивно, воювати є чим, а от грошей на лікування поранених уже давно нема. У мене от рука і зроблена операція. Кость не на своєму місці. От як вони обходяться зі своїми людьми. Даже сегодня на перевязку нас под конвой повели, и у них нету. Даже ничего нету. Бинтов нету, перевязывать ноги, смотрите, эти ноги у них. Бинты черные, грязные. На перекур під конвоєм. Поранених російських вояків силком утримують у частині. Туди відправили після виписки зі шпиталю. Казали, для отримання супроводжуючих документів, натомість узяли в полон. Люди ранені після ранення, після того, як нас виписали із госпіталя і сказали появитися от в цю частину, нам должны были дать бумагу сопроводительную, и мы приехали за этими бумагами, за сопроводительными, и нас просто взяли и закрыли в этой части, и держат под арестом тут. Военная полиция охраняет нас днем и ночью, даже покурить выводит военная полиция. Вот эти люди, которые после ранения. И везде каждый наш шаг в сопровождении делается по военной полиции. Вот люди на костылях после ранения. Вот как они отвечают военнослужащим, которые работают. Которые кровью. Свою вину мы смыли. Смыли ее кровью все вот фронтовики с передовой. І от їхні відношення. Між тим найманців знову призивають на строкову службу. Колишні вагнерівці та вояки штурму Z записали звернення до Путіна. Скаржаться на погане ставлення з боку влади. Куди тільки не зверталися, а пільг та виплат нема. Є лише відписки. Це виходить, ось ця бумага протирічить указу президента Російської Федерації. О добровольческих формированиях, которым мы являемся добровольцами. Противоречит федеральным законам об обороне, противоречит федеральным законам о ветеранах. Соответственно, согласно этой бумаге, нас, бойцов подразделения Z, исключили из состава вооруженных сил. Соответственно, мы не воевали. Подразделений, штурмовых подразделений, не штурмовали укрепление врага, не защищали родину. Вот это я так понимаю. Свой долг перед родиной мы выполняли с честью и жалея здоровья и крови. Однако, вернувшись в мирную жизнь, столкнулись с бюрократией и непониманием. Сейчас весенний призыв. Многих ребят хотят призвать в качестве срочников на службу. Ни одному представителю ЧВК Вагнера в Тюменской области не было выдано удостоверение ветерана боевых действий. За государственные награды не выдается положенное финансовое вознаграждение. Нас, бойцов подразделения «Шторм Z», уверяют, что мы недостойны получения единовременных выплат за тяжелое ранение. Согласно вашего указа номер 98 о мерах дополнительной социальной гарантии, также нам отказывают в получении страховых выплат от компании «Сагаз», утверждая, что Министерство обороны нас не страховало. Ребята, получившие тяжелое ранение, остаются без средств существования. Повертаються додому у статусі героїв, проте героями стають уже на болотах. Як жити далі, втративши на війні здоров'я, росіяни не знають. І як здобути повагу у невоювавших росіян? Цей горе-вояка за підтримку так званої СВО отримав на горіхи в одному з нічних клубів. Я на вулиці, то що за СВО сказав, вони услышали, вони потім на мене як волки ходили, смотрели. То есть эти слова им не понравились? Не понравились им. Выхожу на улицу, мне сзади подножку делают. Кто меня бьет,
с колена. У меня вот выписку взял из травматологии. У меня вот трещины. Угу. Точнее, то есть перелом. Скулу, перелом скулы, да. Угу. Перелом скулы. И я его за ногу хватаю, я его валю, и меня уже начинают все бить. Сколько человек вас било? Я не знаю. Много. Мне все бьют, я не понимаю, за что. За що найбільше запитання й на фронті росіяни пропускають від своїх же так званих малих народів Мордору. Тобто на наші позиції заходять, буксують. На моїх ребят, я у любого. Какая виноват? Стой ровно. Стой ровно. Руки убирай. Руку убрал я тебе. Ты че, Ложись, убирай руки. Давай. Я, честно сказать, их недолюбливаю, потому что у них одни понты. Вот они понтуются, вот они про***то пытаются. Если куда-то отправляют на передок, они стараются закосить. То нога заболела, то спина заболела, и пытаются как увильнуть, не идти на задание. Один чечен постоянно до меня то просто так вот ни с того ни сего возьмет, ухо начнет крутить, понял, то нос вот так крутит, просто так, ни с того ни сего. А он мало же меня. Я говорю, у вас что, говорю, не учили старших уважать? Я говорю, ты что делаешь? Я тебе что, игрушка что ли какая-то? Что ты мне ухо крутишь? А он нож достает же свой. Ты меня боишься. На русских пацанов кто вот более-менее такой тихоня из русских? Они его пытаются как-то гнобить, как-то, говорит, задавить. Деньги занимают, типа, братан, да вот ты займи мне вот там денег, я зарплату получу, отдам. Ну, наши русские, соответственно, занимают. Им там то форму мне надо купить, там то обувь, там займи, братан, и мне сейчас пока нет денег, там туда-сюда. Занимают, а потом эти отдают. И русские ходят, потом не знают, как наехать, чтобы забрать долг. Из участников специальной военной операции, что бы там ни говорил президент Российской Федерации, никогда не будет создана элита в российском обществе. Из них не будут куваться кадры до нашей элиты, до нашего общества, будь то федерального, либо регионального уровня. Это ложь. Это ложь президента Российской Федерации. Этого нет и не будет. И тому пример. Афганская компания, чеченская компания, в которой лично я тоже участвовал, будучи срочником участвовал,